Друзья мои, приветствую, как всегда, на канале Позитива, Алексей Азаров. Мы сегодня с вами находимся в городе Сан-Ремо, посмотрим большую просторную виллу в пешей доступности до моря, буквально 500 метров, 460 метров квадратных с бассейном и видом панорамным на море. У нас с вами здесь два въезда, это самый шикарный въезд, потому что здесь вы можете пешком дойти до моря. Я там сильно не буду входить, да? Вот, но здесь поворот, и там сразу уже выход к велосипедной дорожке. Продается вилла. С просторным бассейном. Опа. С большим, смотрите, каким гаражом на две машины. Ну и для великов еще, для мотиков. А здесь два въезда. Наверху большая парковка и внизу. Можете заехать, как вам удобно, где вам удобно. Вилла где-то 460 метров квадратных, с такой зоной отдыха. Кто не любит ультрафиолет, пожалуйста. Это мужская комната. Всем, кто заждался солнышка, пожалуйста. Вот вам плюсик в карму. 10 минут релакса. Только что собрали урожай бананов. Как вы знаете, у нас здесь 4 урожая в год. Цитрусовые, бананы, киви. В общем, с голоду мы здесь не помираем. Лимончики. И здесь всегда, везде можно спуститься к любой из этажей. К любому этажу. Дом достаточно просторный. Опять-таки, если вас не устраивает данная планировка, можете всегда ее поменять. Мы уже договорились продать этот дом, но там с документами не задалось. Шикарный вид, очень тихо. Пожалуйста, очень сладкие бананы, санремовские бананы. Кто-нибудь когда-нибудь мог это представить? У
Окей. Ну, теперь пойдем внутрь дома. Смотрите, как все. Еще в те времена догадались сделать просторные, шикарные окна. Здесь у нас просторный зал. С выходом на террасу. Здесь у нас кухня. А, какой жир, да, сади сюда, жиробасина. Ч-ч-ч-ч. Сразу видно котяра. Сюда иди. Ну здорово, реально. У нас оттуда встает солнышко, и весь день у вас солнце. Далее на этом этаже у вас просторная гардеробная и ванная комната с выходом на террасу. И еще здесь такая комната постирочная. Она везде должна быть. Мы ее на фотографиях не снимаем, но так как делаем видео, вы должны видеть все. Снимаем как есть. Далее, так, хотели мне здесь показать еще нижний этаж. Осталось только его найти. Нижний этаж. Нашел нижний этаж. Нужно было догадаться. Так, идем на подвальный этаж. Офис. Высота потолка здесь где-то 2,20 плюс-минус. И здесь выход на террасу наверх. Поднимаетесь. Запаха плесени нету, что очень хорошо. Есть, конечно, там трещинки, еще что-то, но это нормально для дома. Важно, что здесь очень тихо. Так, здесь у нас с вами пошла спальная зона. Спальня с террасой, видом на море. Ванная комната с небольшой душевой. Но большой дядя туда не залезет. А здесь, если убрать шкаф, то нормальная кровать тоже поместится. Двухспальная. Здесь тоже типа офиса что-то с видом на море.
Ну или гардеробную. Ванная комната. Как-то интересно сделано, смотрите. То есть так-то закрывается все. Ванная комната с ванной. Вторая спальная комната с выходом к бассейну. Здесь проход ко второй спальной комнате. И выходом к бассейну. Тут смотрите, какой уголок уютный, солнечный. Сейчас увидели иконы, скажите, русские продают. Нет, не русские, итальянцы. То есть на этом этаже у вас 1, 2, 3, 4 спальные комнаты, 2 ванные комнаты. 1, 2. И верхний этаж у нас такой балдёвый. Спальная комната с выходом на террасу. Ленинский уголок для отдыха. И ванная комната. Здесь около 10 киловатт солнечные панели. И владельцы вообще ничего не платят за свет в год. Вот такая у нас с вами сегодня интересная прогулка получилась. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Пока!